physics actually helps, because you learn how to connect scales from using fundamental physics properties of molecules all the way to understanding human health. The biggest challenge is to me is understanding what health means. We don't know what health is, and we are using a lot of machine learning approaches to build this model of healthy human. We try to use machine learning to interpret the brain activity when the mouse makes decision when going through the maze. Что мы сегодня понимаем, когда говорим о здоровье человека? Что значит здоровый человек? Совершенно замечательный вопрос. Я хотел бы вам задать тот же самый вопрос. То есть мы реально не понимаем, что такое здоровый человек. То есть мы понимаем, что когда у нас что-то болит или когда-то что-то не так. То есть и это когда что-то не так, это по сравнению с тем, когда что-то так у этого же человека, да? Но мы не понимаем вообще, что нормально. И чтобы понять, что нормально, на самом деле это вопрос совершенно нетривиальный, потому что мы все разные. И может быть нормально то, что у нас бывает реакция на какие-то, например, аллергии или что-то такое, просто потому что мы не в той среде, в которой мы находимся, но хотя как бы у нас совершенно все нормально со здоровьем. То есть как бы понятие нормальности, оно не определено в биологии, как не определено понятие генома человека. То есть то, что мы подразумеваем под геномом человека, это нечто среднее или раза консенсус между многими-многими последовательностями ДНК у многих-многих людей. И со здоровьем мы просто, наше отношение к здоровью — это то, что мы чувствуем себя хуже, то есть это больше, чем раньше. И вот это вот чем мы не можем определить. И вот наша сейчас большая цель — это как раз именно определить, что такое бейслайн, что такое здоровый человек. Насколько правильно сравнивать самочувствие сейчас с самочувствием, которое было раньше? Ведь если у человека какое-нибудь генетическое или врожденное заболевание, то есть раньше ему тоже было плохо. Стало быть, ему сейчас не хуже, чем раньше, стало быть. То есть можно это считать нормой? Есть действительно single nucleotide polymorphism diseases, то есть болезни, которые основаны на изменении как бы одной аминокислоты в белке, из-за чего, например, цитовиз микозы. Это вот один из примеров. Действительно, человек просто к 20-30 годам умирает просто от этой болезни, потому что как бы вначале все нормально, а потом, значит, когда он взрослеет, начинает страдать и умирает. И как бы такие болезни, конечно, то есть они очевидны, но бейслайн тоже очевидный. То есть как бы ты был здоровый, сейчас, то есть у тебя... Но как бы если мы возьмем обычного человека, который идет по улице, да, то есть ничего не болит, все нормально, он здоровый или нездоровый, а через 10 дней он упал и как бы и умер, потому что кардиоваскулярная система give up, да, или что-то было не то, или здесь не то. То есть у нас есть некоторые предиспозиции, которые мы даже не понимаем. И у меня даже есть персональная история, моя дочка, которая выступала за команду университета Брауна на национальном уровне. И она в какой-то момент потеряла сознание в воде. Ее мой сын спас, и в течение, после 4 операций на сердце, у нее обнаружили как бы дефект, который надо было поправить. И это было как бы, как она, здоровая или нездоровая? Она была чемпионка там, то есть атлет, очень сильная, но как бы есть некоторые, но не обязательно здоровые. То есть, и это проявляется в какой-то момент, который мы не понимаем. Этих историй очень много, потому что на самом деле мы адаптированы природой к конкретным условиям. Но сами по своему социальному бытию мы мигрируем, мы изменяем свои условия, и мы не обязательно хорошо подходим в те условия, в которых мы живем. Например, очень белые, белокожие люди живут в очень жарких местах. То есть у них кожа меньше защищена, например, от ультрафиолета. Да, то есть как бы бывают такие вот проблемы, то есть как бы что такое здоровье, не совсем понятно. И вот мы пытаемся это понять, инкорпорируя системную биологию, инкорпорируя метаболомикс и gut microbiome information, потому что оказывается, то, что мы кушаем, оно очень сильно влияет на наше здоровье. И все, что мы кушаем, проходит через инспекцию микроорганизмов, которые живут у нас в желудке. И эти микроорганизмы очень сильно отвечают за наше
бытие, включая настроение, как мы себя чувствуем, потому что они отвечают за производство, ну, влияют на производство нейротрансмиттеров, как серотонин, допамин и так далее. К теме еды мы еще вернемся, но хотелось бы понять, если мы не понимаем до конца, что значит здоровье и здоровый человек, как мы определяем, что нужно лечить, а что нет? Вот, как бы когда у вас есть какая-то конкретная болезнь, вот человек приходит в госпиталь, у него вот, например, рак, да, все понятно, то есть как бы действительно есть проблема, которую надо вылечить. Но, как бы, например, с нейродегенеративными болезнями все намного сложнее, потому что когда человек приходит в госпиталь, когда и говорит, что я теряю память, я забываю что-то. Проблема в том, что процессы, которые к этому приводят, они начались, когда ему было 20 лет, а сейчас ему 70. То есть это означает, что когда он был 20, ему 20 лет было, он уже был unhealthy. Да? То есть уже было как бы отклонение от healthy. И вот то, если мы поймем, что такое healthy, это поможет нам определить, что происходит с человеком и когда, и попытаться interfere with this, то есть вмешаться, да, вмешаться в этот процесс. Какие мы можем дать советы нашим зрителям о том, что все-таки нужно сделать, чтобы максимально сохранить здоровье? У меня очень простая, как бы, философия по этому поводу. То есть то, что мы потребляем, любое то, что мы попадает в наш организм, оно как бы влияет на наше здоровье. То есть у нас только что вышла статья, в которой мы показывали, что любую молекулу, которую вы берете, она обычно затрагивает порядка 1000 белков в нашем теле различного типа. Означает, что они затрагивают много различных типов процессов биологических, которые находятся в организме. Поэтому это заставляет подумать, когда я что-то кушаю, хочу я иметь определенные ингредиенты или нет, потому что как бы они могут негативно сказаться на наших, на то, что мы делаем. Тем более в той эре, в которой мы живем, как синтетической еды, очень много, которые инженерные, которые добавлены всякие preservatives, и консерванты, и всякие красители и так далее. То есть это все как бы влияет на организм. И, например, мы дома не потребляем приготовленные продукты, мы не полуфабрикаты, мы не покупаем полуфабрикаты, покупаем только свежие продукты. И вторая вещь — это наша активность. И я простой пример скажу, что мы изучаем ALS и VLS, а это VLS – болезнь, амиотрофический латеральный склероз. У человека разрывается связь между нейроном, моторным нейроном и мышечной клеткой. И непонятно, из-за чего это происходит и кто виноват, но они оба начинают умирать. И идея заключается в том, что если оба механизма, они могут быть правильны, то есть если клетка мышцы умирает, то из-за того, что клетке нейрона нечего делать, она тоже умирает. То есть они всегда существует некоторый контекст. То есть для того, чтобы у вас, и простой пример для атлетов, если атлет перестает упражняться, он теряет мышечную массу. Человек, когда стареет, первый индикатор старения – это потеря мышечной массы. Поэтому упражнение – это вторая самая главная вещь, не такая же самая главная вещь, как и nutrition. И как бы очень много процессов, которые у нас возникают, помимо просто увеличения мышечной массы, которые важны при помощи упражнений. Одно из них – это приток кислорода в мозг и во все части организма. Но и кроме того, то есть как бы это сигнальная составляющая всего этого процесса, потому что наша мышечная деятельность, она сигналит, чтобы произвелись нейротрансмиттеры, которые поглощают боль, чтобы можно было более активно быть и так далее. Ну и кроме того, увеличивает активность, повышает настроение и так далее. Надо завтра же вернуться в спортзал. Ну не обязательно в спортзал, просто можно двигаться. То есть как бы, но двигаться вот именно, мне кажется, важно.